Приветствую всех. Вот и пришло мое время, видимо, попробовать вязать темляки. Я решил начать с наипростейшего чего-то, а именно с темляка на основе скользящего узла или удавки, или слип-нот его еще называют. Здесь все очень просто. С одной стороны оставляется, вот я оставляю длину, вот примерно я рассчитываю, какой длины будет темляк. Оно потом будет в результате длиннее получится, но вот примерно вот какой мы хотим, чтобы был длиной темляк. Оставляем здесь вот этот хвост. У меня здесь кусок паракорда 65 сантиметров длиной, но на самом деле можно гораздо меньше. Я думаю, что на этот темлячок 40-45 сантиметров за глаза хватит. И что дальше? Дальше мы примерно с середины перехлёстываем и начинаем вязать вот такие вот кольца. Кольца, но сильно их не затягиваем для того, чтобы потом, потому что потом мы будем вот этот конец протягивать внутри этих колец. И следим, чтобы длины этого конца хватило. То есть слишком много колец не наматываем. Вот так. Еще одно. Вот я уже перестарался. И теперь продеваем внутрь. Вот в моем детстве, когда кто-то что-то плел, там из шнурков, из веревки, то наконец на один, этот активный конец, да, крепили булавку. Цепляли булавку, было очень удобно туда протягивать. Вот, а теперь просто потихоньку затягиваем, равняем его с одной стороны, с другой. Ну вот получилась удавка такая, петля. Все. Вот такой слип-нот. В принципе, можно обрезать лишние запчасти. Сейчас я еще подтяну. Вот так вот можно оставить. Не люблю, когда совсем черные такие горелые пятна на паракорде. Немножко. Немножко прихватить его. Вот такого вот не очень люблю, хотя оно, конечно, может жесткое, удобно плести, там, продевать. Мне по душе, когда оно такое беленькое остается. Ну вот, пожалуй, все. Вот такой простейший темлячок. Удавка или скользящий узел, кому как больше нравится. Ну, мне кажется, что я вроде бы освоил этот темляк, так что буду двигаться дальше. Все, спасибо за внимание и до новых встреч, до новых видео.